Привет, девчонки! Ох, как же давно меня не было на YouTube. Как вы видите, у меня новая прическа, каре. Я на самом деле не стригла каре больше 20 лет. То есть у меня такая длина волос была только в детстве последний раз. Я сейчас провела диагностическую консультацию. И вообще, на самом деле, в последнее время работаю очень много с людьми, вот так вот, да, провожу наставничество, и в этом для меня очень много энергии. Короче, сейчас не об этом. Просто каждый раз, когда я как-то контактирую, то после у меня прям все внутри горит, и хочется делиться, прям энергия идет, идет, идет. И суть в чем? Суть в том, что есть такая проблема, проблема непринятых решений. Мы очень часто хотим, но не действуем. И когда к нам приходит какая-то мысль, да, какая-то идея, задумка, на это нам дается энергия. Когда мы начинаем включать мозг, то он начинает нас всячески тормозить, отговаривать, что там у нас есть какие-то дела, какие-то факторы влияют, и все в этом духе. Соответственно, мы начинаем откладывать нашу задумку в долгий ящик и думаем, ну, там, я сейчас сделаю вот это, и потом вернусь к тому, чего там хотела сделать, к своей идее. Я потом ее реализую. Сейчас я там, допустим, не знаю, там, куплю себе какие-нибудь красивые вещи и начну там проявляться, снимать ролики. Допустим, сейчас я пройду обучение и там потом что-то там сделаю. Но самое главное – это почувствовать импульс. То есть к вам пришла какая-то идея. И вы почувствовали импульс на то, чтобы ее реализовать. У вас выделилась энергия. И на самом деле дается очень маленький отрезок времени на то, чтобы действительно реализовать эту идею. То есть вот в течение буквально там нескольких дней, если вы не начали действовать, то тогда лучше вообще, наверное, не начинать, потому что вас начнет это потом просто жрать внутри. То есть та энергия, которая у нас выработалась, она начнет аккумулировать и оседать, грубо говоря, в нашем теле. Таким образом будут появляться всякие зажимы, блоки, которые будут мешать в дальнейшем циркулировать энергии. И от этого у нас появляется апатия, от этого появляется такое депрессивное состояние. И почему я это вот все говорю? Потому что действительно, вот сколько лет назад, да, у меня был импульс на то, чтобы создать канал. Я просто как бы взяла это, сделала. И он мне дал очень многое. В 2018 году у меня был импульс создать свой бренд, да, с ежедневниками, со свечами. Я сделала это. И самая фишка в том, что когда мы делаем, да, по импульсу, да, когда мы начинаем какие-то свои идеи, да, реализовывать, просто не задумываясь, просто берем и делаем. То есть вот этот вот шаг в какую-то бездну, да, в неизвестность. Но именно там и кроется все, грубо говоря, сокровище. Когда мы не боимся проявляться, когда мы вот просто такие, какие мы есть, то в этом и есть вся сила, понимаете? В этом и есть вся мощь, в этом и есть то, что мы даем миру, и мир начинает нам возвращать еще больше. Вот даже сейчас этот ролик я начала записывать по своему внутреннему какому-то такому импульсу, потому что, думаю, блин, давно я на YouTube не снимала, а во мне это как бы вот живет, да? Я все-таки люблю эту свою деятельность, думаю, надо как-то мне возвращаться сюда. Ну, на самом деле, достаточно такая долгая история, да, почему я там не снимала, почему я пропадала.
Сейчас не знаю, буду ли я дальше выкладывать ролики или нет, но конкретно вот в данный момент у меня был импульс, и я записываю это видео просто с целью, чтобы донести до вас смысл, да, как бы если вы что-то вот захотели, просто сделайте это. Если вам пришла какая-то идея, вы сначала думаете, вау, это просто, это настолько бомба-пушка, а потом как бы подключается наш мозг, начинает это все обмозговывать, типа, о, там, может быть, это не надо, что там кто-то подумает, просто забейте. Просто возьмите свой ежедневник, запишите туда, что там завтра вы начнете там то-то, то-то. Если вы хотите начать шить одежду, то вы завтра поедете в магазин и купите себе ткань для того, чтобы начать шить. Если вы хотите начать вести блог, то просто запишите себе там куда-нибудь, что все с завтрашнего дня, вот, или даже сегодня. То, что вы можете сделать сегодня, просто начните это делать уже сегодня. Потому что блог можно начать вести абсолютно в любое время, как бы начать проявляться. Это никогда не будет лишним, да, потому что каждый человек, я уверена, каждый человек, он может нести пользу другим людям. Вот вы можете думать, что нету ваших соратников, да, что нету людей, которые такие же, как вы, что вы, возможно, там один такой, да, с поехавшей крышей, с какими-то своими определенными интересами, но нет, когда вы начнете проявляться и показывать, что вам интересно, да, истинно вам интересно, то люди начнут к вам подтягиваться, потому что на самом деле очень много людей с такими же интересами, и будет создаваться такой комьюнити, будет создаваться такой круг общения, и в этот момент как бы будет появляться чувство удовлетворения. И, кстати, мое наставничество, в принципе, про это и есть, да, раз уж начала говорить, просто для меня это как бы сейчас интересно, да, собственно, я этим и занимаюсь. Суть в том, что я помогаю просто девушкам начать проявляться в блоге, и мы проводим полностью распаковку, они понимают, о чем они, в какой сфере им двигаться, да, какая ниша, и рассказываю, как это все можно монетизировать. Меня сейчас это прям очень сильно вдохновляет. Вот, и мне бы очень хотелось, чтобы было больше реализованных девушек, которые не боялись бы быть такими, какие они есть, без каких-то внутренних ограничений, просто вот без какой-то правильности, просто такие, какие вы есть. И это кайф, в этом и есть крутость. Я вот, ну вот я такая, какая я есть. И это классно. То есть то, что я даже вот сейчас вам рассказываю, да, я пытаюсь донести, что быть собой, двигаться по импульсу, по желанию, это правильно. Потому что иначе мы просто предаем себя. Вот. Спасибо всем, что посмотрели это видео. Я надеюсь, что не буду пропадать на YouTube. Пишите в комментариях, как ваши дела. Скучали ли вы по мне или нет? Как-то так, да. Напишите еще, пожалуйста, о чем вам хотелось бы узнать, какие ролики были бы интересны. Ну и всем пока-пока. Надеюсь, до скорых встреч. А, как вам моя корешка? Я сегодня ее, так видите, уложила с кудряшками.